Дети и взрослые боролись за победу в межрегиональном экологическом конкурсе «Байкальская стирка». Главная задача, которая стояла перед участниками, просто, но в то же время доходчиво рассказать о вреде использования на Байкале фосфатосодержащих средств, например, стиральных порошков. Именно такие вещества провоцируют рост спирогиры, водорослей, из-за которой озеро начинает заболачиваться. Проблема актуальна и для Иркутской области, и для Бурятии. Поэтому конкурс охватил оба прибайкальских региона. Заявки подавали коллективные, ведь так проще справиться с задачей, придумать такую творческую форму подачи важной экологической информации, которая запомнится как можно большему числу зрителей. В итоге из 30 команд лучше всего себя проявили 12. Сегодня лучших наградили организаторы конкурса, благотворительный фонд «Возрождение земли Сибирской» и компания N+ Group. На конкурс мы пришли, как бы, ну, исследования все эти проводили, как бы, ну, и об бесфосфатных моющих средствах, ну, средствах узнали, как бы, и, естественно, на этом и был упор, то есть мы выискивали в интернете информацию и прочее, плюс еще смотрели за наблюдениями на Байкале, и в целом это и стало нашей опорой, так скажем, для нашего участия в конкурсе. У нас условие было, что должна быть команда, состоящая из детей и взрослых, потому что за счет этого мы можем добиться максимального эффекта распространения этой информации. Мы цепляем сразу и детскую, и взрослую аудиторию.